Госдума приняла закон, защищающий детей, пострадавших от преступлений педофилов. Отныне запрещено показывать лица жертв, называть имена и все персональные данные. Проект предложила депутат Алина Кабаева. Мы позволяем средствам массовой информации спекулировать на трагических судьбах детей. Пострадавшие дети для наших телеканалов становятся возможностью повысить рейтинг и заработать еще больше денег на рекламе. Это невозможная ситуация. Так не может и не должно быть. И если руководители и сотрудники средств массовой информации не в состоянии сами определить грань, за которую заходить нельзя, значит, эту грань должно обозначить государство и законы. Коллеги, невзирая на партийную принадлежность, поддержали в первом чтении законодательную инициативу Кабаевой единогласно. Нарушителям будущего закона грозит штраф до 1 000 000 рублей.